В рамках сотрудничества хоккейного клуба «Трактор» и русской медной компании «Черно-белые» провели товарищеский матч с командой из дивизиона группы РМК «Шахтер», которая стала победителем корпоративных игр. Поединок прошел в арене «Трактор» и носил дружеский характер. Конечно, ледовые баталии имели место быть, но все же главной победой для команд стали живое общение и хорошее настроение. Но мы вместе учились, тренировались вместе с этими ребятами, я их хорошо знаю. Тертышный, Подкорытов, Шолохов, Кулеев, вместе жили с Кулеевым в интернате, в школе. Это такая ностальгия, мы очень давно не виделись, и просто уже, ну, интересно почувствовать уровень, на который они вышли. Не знаю, восхищаюсь ими. Про эмоции несколько слов. Вы сейчас были в раздевалке, что ребята говорят? Глаза у них горят? Да, конечно, ну, во-первых, такой уровень играть с такой командой, ну, это непривычно для них, и поэтому, конечно же, они восхищены этим, и ну, на таком уровне поиграть, это вообще здорово. Настрой? Страшновато или уверенность? Уверенность. Ну давай, удачи. Мы стараемся, каждая игра для нас это все равно праздник. И мы стараемся этот праздник, чтобы он хорошо у нас получался, чтобы было хорошее настроение после игры. Ну знаешь, все хотят тоже, я уже как повторюсь, все хотят выиграть. Все стараются, тем более приехали они на арену «Трактор». Что-то хотят показать, наверное, свое умение. Конечно, и накал, и дружеский матч, и борьбе, и никто никого не трогает. Просто хорошая атмосфера, все получают удовольствие. Пожелай ребятам в дальнейшем развитии хоккейном. Надо ставить большие цели, стремиться к ним и достигать всех своих высот, которые они ставят перед собой. Этого я желаю команде «Шахтер». Начали водить детей, ну и как бы смотрим, дети тренируются, надо же показать им пример маленько, чтобы поддержать детей. Начали кататься сам я играю всего третий год, так вообще работаю на Узельгинском подземном руднике 12 лет проходчиком. То есть, ну и любитель. А команда «Шахтер», ну потому что в первую очередь Межозерный — это поселок, который шахты. У нас медь, цинк добывают, поэтому и «Шахтер». Хоккей — вид спорта такой, где физика, лед, закаливание, командный дух, ну и в первую очередь для детей. Хотел бы, как бы это, чтобы они росли у нас, ну, как сами понимаете, в наше будущее. Хоккей – отличный вид спорта. Ну, это такой, ну, на самом деле, как бы не то, чтобы, как я со стороны раньше смотрел, думал, драка с палкой за кусок резину, а на самом деле это командная игра, где и реакция, и ловкость, и смелость, как бы, ну, преобладает.